Всем доброе утро, уже по сложившейся традиции. Каждый понедельник я начинаю с того, что снимаю для вас влог. Утром у нас начинается с того, что мы просыпаемся с дочкой, там делаем все свои гигиенические процедуры, и затем я включаю YouTube, мы смотрим видео. Канал интересный очень в YouTube Екатерины Сайбей. Она снимает видео вместе со своим маленьким сыночком Климом. И моей дочке очень нравится ее сын Клим. Когда я смотрю канал Кати, я для себя всегда открываю что-то новое. Какие-то новые игрушки, новые занятия с ребенком, новую еду. Думаю, что не одни мы такие, судя по комментариям. Канал Екатерины смотрят действительно дети. И это очень здорово. Ссылку я оставлю на ее канал под видео, кому интересно, посмотрите. Спрашивали, на какой косметике я учусь. Я учусь на профессиональной косметике, мейкап-студия. Вот у них огромный стенд. И вот, как бы я себе сразу приготавливаю, когда прихожу, продукты, на которых я обычно работаю. И мне здесь очень нравятся некоторые продукты. Я потом обязательно сниму о них видео, потому что они, ну, очень крутые. Всем привет! Сегодня дождливый день, и я еду за костюмом Клеопатры, потому что у меня будет завтра на экзамене образ Клеопатры, и мне нужно его забрать. А после того, как я заберу костюм, я поеду на презентацию. В общем, компания Nuxe устраивает дружеский бранч. Бранч посвящен выпуску лимитированной коллекции масла и запуску продаж парфюмированной воды. В общем, меня пригласили в отель Рахат Палас, так звучит, да, в отель меня пригласили на презентацию, странновато, да, но на самом деле это хороший отель, там, ну, в общем, мировой хороший отель, так что я не переживаю, тем более я уже не раз была на их презентации, мне нравится, как они все организовывают, в общем, прикольненько. Но после бранча у меня опять обучение, сегодня последний день, у меня две модели, а завтра экзамен, и мне дадут сертификат или диплом, как это называется, скорее всего, сертификат международный. Многие из вас говорили, что все равно за границей наши дипломы как бы не котируются, да. Но я думаю, что визажист — это не тот случай, как бы это творческий человек, как бы ты уже смотришь, ну, на работы, да, человека, а не на его диплом. Такую лимитированную коллекцию, дизайн, и сбоку не там как пробничек парфюм. То есть то же самое, та же самая цена для клиентов, абсолютно все то же, в новом дизайне, в новом облике. Клево. I'm Sophie Amberton. I am working in the headquarters of Nuxe in France, in Paris. Кокосового масла, который придает именно сухую текстуру самого масла. Оно не имеет силикона. Только что закончился наш бранч, я попала под дождь, посмотрите на мои волосы. Презентовали новый парфюмчик, который я вам уже показывала как-то в инстаграме, он мне очень-очень нравится. На самом деле это не реклама, ничего, я от него кайфую, я уже пользуюсь им третий месяц, четвертый может даже. Вот и началось мое знакомство где-то 3 или 4 месяца назад с этим парфюмом. Я сейчас скажу название, покажу вам подарок, что они мне подарили. Вот, ну, они дарили это каждому, видите, промо-пакет, бедный пакет. Дарили каждому, да, присутствующему. Плюс потом накормили вкусным ланчем. Я так объелась, если честно. Конечно, очень приятно, когда приглашают на такие мероприятия, еще потом кормят, ну, вообще... Я бы так каждый день ходила. Приглашайте меня. В общем, вот оно масло. Посмотрите, какой красивый дизайн. Масло осталось прежним. Формула прежняя. Это лимитированный выпуск. И сбоку здесь, в общем,
пробник парфюмированной воды, вот этой новой. Сейчас я вам тоже покажу. Мне очень-очень нравится этот аромат. Он у меня уже есть. Я даже, по-моему, показывала как-то в своем видео. Я его просто обожаю. Хотела показать, кстати, его в своих фаворитах. Вот. Потому что запах очень теплый, приятный и долго держится. Я его постоянно чувствую. Даже на презентации мне повязали ленту, нанесли на нее аромат. Я вот еду и всю дорогу чувствую аромат этого парфюма. Мне он очень нравится. Он не похож ни на один другой аромат. Поэтому, как бы, я не знаю, ну, если у вас есть возможность в аптеках, попробуйте его. И, ну, потестите, походите в течение дня. Мне кажется, он многим понравится. Тебе нужно будет сейчас немножко потренироваться на салфетке. Смотреть, вот как, да, можно? Вот он ведет. Всем привет! Сегодня у меня экзамен на курсах визажиста. Ко мне пришла моя модель Вика. Очень классная, красивая девочка. Вот, сегодня я буду ей делать образ Клеопатры. У меня есть времени полтора часа, в принципе, да, я думаю, мы справимся, но я очень волнуюсь. Вот, так что ни пуха мне, ни пера. К черту такая сама себя, да? Я сегодня прощаюсь со своим птенчиком. Думаю, как бы образ удался. Теорию я, кстати, сдала на отлично. И Нигара сейчас поднимется, будет практику принимать. Да. Вот пришла фотограф, девушка. Тоже спасибо ей огромное. Она как бы будет делать портфолио. Ну, в плане конечный результат образа. Вот. И, конечно же, это по колористике еще один твой сертификат. И особенная часть всего праздника стала членом нашей большой ассоциации визажистов «Твой дар» в Казахстане. Обожаю. Давай, держи свой сертификат. А, где цветы, девочки? Где мои ароматочки, цветы? Я вообще в шоке, да, спасибо, главное. Всем снова привет, я приехала домой, жутко устала, нанервничалась, я почти всю ночь не спала, учила теорию, то есть повторяла ее. Я решила снять отдельное видео о курсах, потому что много-много вопросов и запросов, девчонки все интересуются, поэтому я так думаю, что сниму отдельное. Нам сегодня доставили еще одну посылку с игрушками, здесь вот такой набор. Классный. Вот мы раскрыли коробку, и в ней были вот все эти части. Здесь и печки, и кастрюльки, и ложки, и овощи. В общем, прикольно, много всего. А это я на iPhone купила камеру, рыбий глаз. Сейчас проверю, как она снимает. Защиту на углы, на стол крепится, чтобы ребенок не ударился головой. А, затем косметичку, по-моему, я себе заказала, да, всю в стразу. Или... А, в пайетках. На колесиках рюкзак. Можно возить его в аэропорту, например. Мы сейчас разберемся, как это все крепить. Ссылки я оставлю под видео на это все. Тоже все недорого, с недорогого сайта. Я забыла, как он называется. Оставлю название под видео. Надеюсь, вам понравился этот влог. Если да, то ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.